уж, ну все, пора начинать бегать по утрам. Решено, буду бегать по утрам, запишусь в библиотеку, буду читать книги, брошу играть в доту и займусь своим бизнесом. Да, надо пойти домой, обдумать все и пораньше лечь спать. Пожалуй, под кружечку пива думается легче. Будьте любезны, мне кружечку шымкентского пива. Сейчас принесу. Ах, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно! Слушай, что ты будешь бегать туда-сюда? Давай я сам себя обслужу. Вставай ты уже. Прошу прощения, кажись, вчера маленько перебрал. Да, снова набухался. Вот бы можно было создать своего клона. Тогда бы я мог одновременно заниматься саморазвитием и проводить время дома, и иногда отдыхать в пивнушке. Внимание, внимание! Акции «Создай одного клона, получи второго в подарок». Вот оно! Тизам, откройся! Здравствуйте! Я слышал, у вас можно сделать клона. Да-да, вы обратились по адресу. Объединив знания нежити и гоблинов, мы смогли придумать оборудование для клонирования. Сколько клонов желаете сделать? Мне по акции 2+1, пожалуйста. Встаньте между 4 зиккуратов, и мы начнем ритуал. Начинаем. Запускаю. Отлично. Благодарю вас. Пошли, братва. Ну что, братья, вы тут решите, кто пойдет в библиотеку читать книги? А кто пойдет домой выполнять супружеский долг? Я пойду сделаю, наконец, инвентаризацию на складе у себя в офисе. Удачи, парни!
После стольких дел можно и расслабиться под кружечку пива. Не понял, вы что здесь делаете? О, здорово. А мы тут решили выпить пиво, раз уж мы теперь втроем все будем делать. Здорово ты придумал. Ну, пиздец. Ну что, понравился мувик? Тогда ставь лайк и не забудь подписаться на канал. Еще можешь черкануть свое мнение в комментах. Благодарю за просмотр. Удачи!